Встречи самых маленьких спортсменов часто посвящают памяти ушедшим из жизни тренерам, которые в свое время именно из таких ребят воспитали чемпионов различного масштаба. Что касается юных боксеров, то у всех них когда-то был практически один наставник – Илья Данилович Петрук. Именно в честь великого приморского тренера во Владивостоке стартовал краевой турнир по боксу. Соревнования эти организовывают воспитанник Ильи Даниловича Юрий Владимирович Шалимов, председатель судейской комиссии здесь. Так что плохой судья сюда не проскочит. В основном-то дети, поэтому здесь аккуратно надо относиться. Это будущее нашего бокса приморского. Двухдневные схватки собрали более 100 спортсменов со всего Приморья в возрасте 10-12 лет. Интересно, что эти соревнования продолжают традиции, заложенные Петруком. Илья Данилович, как один из основателей бокса в крае, всегда проводил два турнира для школьников. Один в Новый год, а другой символично в честь Дня защиты детей. Здесь на ринге парни защищают себя сами. Я занимаюсь боксом 2 года. Для меня эти соревнования очень важны, потому что я хочу достичь какую-нибудь цель в жизни. Меня в школе били с первого по третий класс. Ко мне сейчас не лезут, уважают. Боксом я занимаюсь пока 4 или 5 месяцев. Ну, пока по боксу это мое первое соревнование. Раньше я 6 лет занимался самбо. Ну, злости много ты ее можешь вымесить на ком-то. Ну, подраться так. Ну, и так оно тебе самооборону даст. Все такое. Детский бокс во Владивостоке и в Приморье сейчас очень популярен. Об этом говорит и огонь в глазах участников, и количество подобных турниров, которые проводятся во всевозможных городах. Везде по краю проводится турнир мужества, турнир в Спаске Дальнем, вот Дыба сейчас проводит. Находки по памяти Ибрагимова, всех ветеранов никто не забывает. Я считаю, что на правильном пути мы. Подрастающее поколение отблагодарит нас когда-нибудь. Помимо всяческих наград, призеры турнира получат свою долю внимания от местной федерации. Чемпионов подобных соревнований отмечают опытные наставники, которые, как и Илья Петрук когда-то, делают из ребят настоящих звезд бокса. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на 8.